Единицы есть. А подожди, у тебя разве там на скрине не было видно? Ну, я только сейчас, ну, я сначала спросил, а потом уже посмотрел. Я понял. Я ладно, я понял. Thunder. А Шерил это из резидент? Из обители зла, короче, да? Нет, Перс? Шерил? Хороший Нет. вопрос. Я не скажу, что я прям хороший знаток Вот. резидента. Жертва, которая сольется первой. Кто именно? Бывает Кто-то еще того с престижа. высоким уровнем? А, понятно, да. Престижем. Такой престижный. Но он выглядит как я. Бородатый. Ну, в очках, ладно. Ты лысый и бородатый? Ну вот именно за эту перс, помнишь, у меня такая. И штанцы со звездочками у тебя сейчас на тебя. Ну, штаны нет. Ну, в целом, вот форма такого же плана. Сейчас останется 10 или 5 секунд и автоматом. То есть я только понимаю, только маньяк мне начал Ю, звездаться. ВСГ. How you? Тебе пишут на Twitch? Ну да нет, это там пишут на этот А, в этом, я чате. понял, в чате игры, который видит только компухтеры. Да, у меня что-то этот. Ну чё, сейчас эта катка разминочная после нескольких дней Ну сейчас отсутствия в сразу игре. проиграем, да. Это сходу. Стандартная процедура, с этого стоит начинать. Что-то происходит. Я пришла пошуршать. Ты шуршень? Ладно, прошла. Попробуйте еще раз. Нет. Нет связи банка. Ну, сейчас по-любому придется проигрывать. Мормонт. Ура, не кукуруза. Ну, хоть что-то. О. Я рядом с дуэтом появился. Я с генератором, и рядом со мной должен кто-то появиться. Я тоже рядом с генератором, но тут место такое, что особо бежать некуда. Но в принципе на спринте отбегу. А кто у нас, интересно? Там что-то дуэт в приседе ходит. Вроде 10-й престиж, я думал, он наоборот должен бегать за маньяком и типа такой ему светить фонариком, типа бегай за мной. Здорово, погнали, да? Судя по тому, что маньяк не жал готов, а готов прожал с автоматом, есть небольшая вероятность, что он просто будет АФК. Да ладно. Зато сбежим, да? Ну, и это хорошо. Во-первых, да. Ну, погнал я. Судя по тому, что еще не был, никто не был ранен, не было значка погони рядом вот с никами, то походу он реально где-то АФК сейчас. У меня что-то очень долго достаточно показывать этот. Очень долго показывает генератора. Он еще раз покажет. Сейчас. Не, я не про это. Я то есть имею в виду, он у меня сейчас даже показывает. Все это время, пока я чинил, он показывал. Да не шевели ты меня, у меня же этот. Спасибо.
Изи катка, пока что. Ну вообще. Маньяка не встречал? Да ну Ну, я в где-то он том плане, что... поблизости. Он Нет, где-то я понимаю, поблизости. что она шукашит. Вообще, сейчас разведение есть, а там, может быть, какой-нибудь призрак Блять, стоит ну в это. невидимости. Жопа. А вы втроем один чините? Да. Я лоханулся, и Дуайт лоханулся. Я, короче, взял, начал использовать тулбокс, Дуайт чтобы еще раз пытаться вас лоханулся. отрядить. Дуайт показывает ей, типа, садись обратно чинить. Это встал. Он опять Кто лоханулся. там опять бахнул? Дуайт. Да мне кажется, он специально. Не думаю, не, я думаю, что вряд ли 10-й престиж так херово играет. Я пока не могу. Чё? Так, один выход видел, а второй рядом со мной. Ну все. Еще телек там позвала, сейчас я хотя бы выйду в ворота. Без проблем. Я пока поищу эту какие-нибудь синюшные хреновины, во. Открывает, что ли? Мне тёлка махнула, типа иди за мной, чтобы это не значило. Ага. Может она знает, где маньяк или что она хочет показать. Вон он. Маньяк стоит, да? Ты чё, кровь? Холодной водой. А кто маньяк? Хрен кого-то с бензопилой. Я единственное, что видел, это бензопилу. А где он стоит? Ладно, Если... побегаю, отвечал на ворота, потому что я был АФК, но я Если... думал, надо Подожди, на подожди. ворона одна бегает. У меня тут эти... У меня тут... Синхронизируйте осколки воспоминаний, у меня тут... У меня тут своя тема. Ну что, убегаем, да? Да? Ты уже все? А, вы уже все убежали. Да? Вот он что. Смотри, вот там время ограничено, это надо Да все не, подольше я сделать, все, да? я выбежал. Не, я все выбежал. У меня просто этот был еще. Восстановить память, там соберите 4 осколка воспоминаний и так далее. А я даже забыл, что не по заданию. А, нет, по заданию тоже надо. Короче, минут генераторы чинить и от маньяка бегать. О, 15 раз безопасно снимите высшую скрюка или примите удар на себя. Я готов. Не знаю, у меня тут написано, что в игре. Вот теперь. В какой игре? Да ни в какой я не игре. Перестану? Так.
Я не с тобой. Я понял. Есть. Зачем? Не надо мне. Мне кажется, у тебя давление. Что, простите? Я не тебя. А. Пишу бабам в чат, что ответят. Горшок? Давай. Князь. Князь. Горшок? Князь. Спасибо. Так, ну, я готовый. Одиннадцать тоже сольется. Все, 11,8. В любом сольются. А первый нулевой престиж затащит. Да. Без вопросов вообще. Первый он вообще как-то гладко прошла. Ну вот именно что. Так, у меня это, наверное, уже 9-й стрим или какой? Или 8-й тоже. У меня 10-й. Ну, у меня, наверное, 9-й. Да, это у меня будет 9-й. Ну, судя по Ютубу. А, казалось бы, при чем здесь Ютуб? Казалось бы. Ну нет. Или ты перешел к платформе Twitch? Я как бы туда просто отсылаете ролики. Экспортирую. Так можно, конечно, и туда, и сюда. Еще на траву стрим. Угу. Ну там, чтобы, например, на нескольких сразу, блин, это, то есть там заплати и так далее. Такое-то, я так понимаю, зрителей количество. Задонатить. М? Попроси зрителей задонатить. Они есть? Не знаю. Один зритель. Легенда номер 3? Нет, наверное, нет. Так. Ну что, у нас там все грузится, покажешь вроде, да? Ну, у меня вроде на последнем этапе. Ну, где-то там. Возможно. Кропус Прен, лечебница. Как я перевожу с английского, да? Угу. А чем вы все вместе появились? Я вас всех вижу по связи. Может, кто поставил какой-нибудь этот? Может, не, я ничего подобного не ставил. Спасибо. О, здорово. Только воды не надо, пожалуйста. Не ешь воду. Нет, ты. Пока что тишина. Что-то очень странно. О, нет, кому-то оттянули, оттянули. Походу стелс свой маньяк какой-то. Что-нибудь Майкл Майерс на первой стадии. Я так и понял. Прям по прямой вот сейчас смотри, если все по прямой с правой стороны есть.
Я пока хочу понять, кто маньяк. Возможно, спасти нашего и понять, кто маньяк. Ладно, я пока это. Так, а там кто-то сейчас мелькнул на фоне висящего. Не знаю, это выживший или это маньяк. Ну, Далеко кто-то типа из. непонятно. Любой непонятной ситуации, скорее всего, это маньяк. Спросил маньяк, блин, хоть вот опять не понял, кто это. Кто-то прям мелькнул. Этот крик. Крид. Егор. Поэтому сразу сказал, что раз оттянул, значит какой-то подкрался стелсовый. Блин, я был очень близок к провалу. Кстати говоря, этого барона, которого я спас, его, по сути, почти продали. Может, конечно, другие видели, что я шел его спасать? Скорее всего. А опять же он упал, потому что мы с ним не похилились, но он что-то, ну, он побежал куда-то. Я понял. Так. Поэтому пока что налегаем на починку. Он сможет очень быстро вывести у нас первого. А это не есть хорошо. У меня иногда есть вопросы к игре. А откуда они все знают, как чинить генераторы? Они такие прям инженерные такие, типа. Бегите кто-нибудь, этот, кто-нибудь спасать, бегите, чего вы тут трете все этого генератора? Я, конечно, понимаю, что чинить надо, но и спасать надо. Успеешь? Что? Спасти успеешь? Или ты не спасаешь? Я пытаюсь, наверное. Просто вроде ты в ту сторону выдвинулся. Да я и двигаюсь до сих пор. Говно, собака, хрень. Пошел нахрен, козел. Все. А че он там у вас трется? Ну, он, да? Прямо рядом трется. Я понял, он сзади сидит. Меня. За мной пошел. Ублюдок. И тух, я не успел, блин, нажать. Прошу прощения. Блять. Меня сейчас в подвал, походу, отнесут. Да, и он не дал мне тебя, но скинуть на него это. Я, блин, тварь. Он не то чтобы еще. Но он, походу, играет недавно. Он будет тут крутиться. Я видел, что он удовлетворение да. Генератора. Да, он там, скорее всего. Он опять крутанулся. Его надо выбивать из его обилки, чтобы... Да, он там сидит, ё-моё, ждёт. Вниз по лестнице, вверх по лестнице. Я выбил его из обилки. Просто бежим. Да, беги вперед, потому что он тебя уже ударил. Ну чем-то кажется, что он за мной пойдет. Хотя он генератор сел пинать, потому что я его тронул. Тут не оставайся, тут иди дальше, потому что он же не да сильно. Да вон он, тварь. Мы не сильно. Он бежит, он с твоей стороны бежит. Да вон он бежит, ё-моё. И он опять. Он какой-то слишком резкий. Своей. Вот по скорости он слишком резкий. Блять, а где крюк? Видно, хочет в подвал опять отнести. Вырываюсь, он судя. Долго, долго, долго. Прыгнул. Давай, с мопеда нахрен. Полечите. Я не могу пока что. Лечим он за тебя. Мной. Но мы тут рядом лечимся, кстати говоря.
Вообще под боком у него лечимся. Ночью нет. Как бы сейчас не пиздануться здесь. Ну-ка. А он тебя что, это... Он рядом или ты просто сбросил? Кого? Кровоостанавливающий. Он сзади нас. Сзади нас. Сзади нас. С какого сзади? Блин, с любого. Я просто не понимал, с какого. Да ты... Как он так резко с... Рядом, блин, рядом этот крюк. Наверное, на него. Ну, ясен хрен. Все, у меня третий повес. Второй. Второй. Ну, они сейчас ген дочинят, нам еще где-то один нужно. Ну, я могу найти. У нас есть рядом с лачугой, но мы постоянно там крутимся, лучше там сейчас не чинить. Чуваки, полечили? Сверху был, в этом здании. Там... Рядом с лачугой вдали. Тебя бегут спасать? Да. Просто надо полечиться где-то надо. Вот я тебя вижу, только вот давай куда-нибудь в лачугу что ли встанем, ну типа рядом хотя бы с лачугой, чтобы если он пришел, можно было хотя бы. Давай вот стой, блядь, стой, здесь. Стой. Вот смотри, ты не видишь, да? Наверху рядом есть в здании есть. Есть тот, который был. Который рядом с лачугой чинили, есть? Да, который с лачугой. И вдали еще есть. От лачуги, короче. Есть а меня падать. Что будет? А ты что? А ты это? Тоже ну, падает. Когда ты сказал, что он сзади, я удары принял на себя. Не понял. Так, он, значит, возле так, лачуги. Она упала опять около... Она опять около лачуги упала. Я думаю, там бессмысленно чинить. Там значит, он там этот. Значит, он там и крутится. Короче, иди наверх, вот чуваку помогай чинить, он в доме сидит, чинит, я его вижу. Ну, помогай я ему, я попробую спасти. Я попробую спасти, чтобы у нас было как бы и спасение, но и ген чинился. Я понял. Я погнал. Если что, короче, плюс у меня был один повес. То есть, не, у меня даже не было повеса. Но я чувствую, сейчас будет повес от меня в этом. Сейчас мы разменяемся, я думаю. Я его выбил, но он крутится вокруг лачуги. Ну вот именно, что он там. Блядь, я ебаный лохап. Гребаный. Прошу прощения. Гребаный лохап, это все нормально. Блядь. Ты получил? Я размениваюсь, да, с чуваком. Так. Ну теперь он точно отсюда не выйдет. 100%. В принципе, я понял. Прямо и направо. Ворота. Вам надо открыть ворота. И потом, ну, открыть ворота, полечиться и пробовать меня спасать. Ну, если кто-то будет рисковать. Ну, давай я попробую. Они, короче, наверное, сейчас попробуют открыть. Там в этой хрени торчит, слушай, да? Потому что нужно, чтобы ворота были открыты, иначе я сюда не добегу. То если ворот не будет открыт, бессмысленно меня спасать. Я понимаю. Плюс опять же, какие ворота? Я вижу, что вот. Я ну, хотя сведения не слышно, возможно, он уже опять в свою обилку ушел. Не могу тебе ничего сказать. Скорее всего, он ушел в нее. Так. Блять, сколько у тебя там осталось? Ну я сейчас просто на вторую стадию перейду. Да я понял. Это пофиг. Пофиг, что вторая стадия. Тут как бы снова вариант. Либо меня спасаете, либо я просто здесь подохну. Блять. Он выжидал, блядь, как обычно. По сути, да, тварь, все. Выжидал. Он выжидал. Ну я попробую повысить, но вряд ли они пойдут спасать. Я прям что они в воротах уже. Один, по-моему, вообще сбегает уже. Ну я говорю, тварь. Все, я готов. Ну, меня вряд ли пойдут спасать, они сейчас забегут. Я уверен, что они не пойдут. Я тоже.
что ты там приседаешь? Я не буду, я до последнего буду прожимать. Кто приседает, я понимаю, что я не... Они ворот приседают, типа показывают мне все, сливаясь там с крюка. Ну хотя, может, не приседает этому маньяку, может, маньяк там. Причем, я был уверен, что так оно и будет. Просто слишком добрый. А так и можно было забить и продать того чувака, и мы бы так же дочинили бы втроем и сбежали бы. Ну да. Но я пошел чувака спасать. А чувак ублюдок. Угу. Ладно, идет. Быстро, тихий. Угу. Нормально. Угу. Сейчас 40/90. Так. Ну, я не знаю, пока что-то не особо помогал. Не знаю, про что-то и кому. Да я вот про владение обстановкой будь здоров. Внимательно осмотрите окрестность, делитесь наблюдением с остальными, что типа, когда я чиню, кто-то видит. Вот я не видел. Я лучше обратно на причте поставлю. Кстати, если докачаешь Кейт Дэнсон, можно попробовать покачать кладетку. У меня, короче, есть два перка. Не знаю, насколько они будут полезны и интересны, но один, короче, перк... Ну, точнее, это как бы там три перка. Один самохил, но он, как по мне, не особо актуален, потому что очень долго хилится самому. Типа, очень много времени. Ну, занимает. Я так понимаю, там, наверное, нужно вот до конца добить. Вот. Но есть перк, короче, еще один у нее перк. Он показывает всех раненых тебе на карте. То есть, кто ранен, ты видишь, где они. То есть, ты можешь прийти там полечить, да? То есть, ты знаешь, где они находятся, люди. Там радиус 128 метров, ну, по сути, почти на вся карта. И еще один перк, который тупо ускоряет лечение. То я ставил перк, который ускоряет лечение, когда я снимал с крюка, а это в любом случае он будет ускорять лечение. Угу. Рука не будет помогать. Да, ну я как бы готов, если что. Все меня ждали, да? Да нет. Ну, я нажал готов, играю по классу. Мне больше не показывает, кто у нас будет. Типа, все, теперь опытный, мы точно, типа. Мы, короче, нет, мы с тобой точно не играли против Фредди Крюгера вместе. Угу. Один он мне выпадал. И против близнецов. Ну, попадут еще. Будет опять какая-нибудь охотница. У отца есть десятка. Так. Ну, мы, короче, подарим ему иномарку, он нам десятку отдаст. Ямаок. Ямаок. Ёбаный в рот, погнали нахуй. Ну, типа того. Я вижу двоих. Угу. Ну и генератор, собственно, вижу. Иду к генератору. Двоих кого, в смысле? Судя по звуку, ну, то, что он двоих возивших. Генератор закрыт. Закрыт. Вмешательством скверно. А, ну все, всё, раз чувак упал, сейчас откроется гена после падения. А кто это был, не в курсе? Не знаю, я видел все генераторы, если что.
И они Нет, все я были про закрыты. того, Да, я понял. что нет, все там закрываются только три. Ну, так я все три видел, которые закрыты. Я просто сказал, я видел все. Все их Ой. получает сколько? Не, да 8. понятно делает. Очень близко. Я слышу сердцебиение. Да я вот У вас тоже. вроде на плече. Такое ощущение, что чувак, который на плече не вырывает, потому что он должен был уже спрыгнуть. Блять, лох. Блять, да, я тоже, я взорвал ген. Я не специально, я просто встал, Мы отойти, просто чтобы... убежали. А получилось, что он взорвался. Ой, это призрак. Это призрак. Я понял, надо чувака потихоньку спасать, потому что наш там... Ну, либо он тоже будет кемпить, потому что не просто так сюда понесся, блять. А где спуск вниз? Надо спускаться, Давай. от того уронили далеко. Ко мне. Сердцебиение. Он сейчас в подвал понесет. Инфа почти сотка. А нет. Нет, блядь. Убегай. Я тут просто рядом за камнем кручусь. Блин, вот это дебилизм. Это тебя схватило? Схватили? Да. Блять, я ломаю крюк, на котором чувак висел, он там другой висит, меня, скорее всего, в подвал понесет. Несет. Не успеваю, блин. Скотина. Я тупой, я прям лоханулся вообще максимально. Это я видел, как я на проект поймал. Я думал, он сейчас оббегать будет. А он вроде уже побежал. Раз. Уже сзади два. Собственно, что я могу сказать? Опять мы начали сыпаться, то что падаем, а ген не сыпется. Ну. Ген ничего не собирается спасать? Нет, он рядом со мной где-то. Там чувака гоняют. Ага. А вот опять вот чувака уронили. Блин, бежит нахуй. Беги, блядь. Кто именно? Да потому что этот. Ну да, да. Блять. Ну да. Я сразу сказал, что мы сливаемся. Ну вообще замечательно просто. Ладно. Пойду хоть сниму. Сейчас, если беги, беги быстрее, чувака сразу снимай тот, который на крюке, потому что он. Да я максимально сдохнет, пытаюсь сейчас быстро. И меня ты не успеешь поднять. Вот сейчас можешь попробовать меня успеть вдвоем поднять. То есть я, в принципе, практически восстановился, но. Нет, он сейчас тебя ударит и упадет. Я знаю. Да. Все. Взял на себя отлично. Мне двойной дали этот. Момент. Нормально. Один чувак дисконнектнулся, что ли? Да, мне кажется, он просто по каналу вышел. Ну да. Беги, беги, того, бежим. Пока на броне, того попробуй спасать. Железная хватка, он. Короче, снимай и сразу убегай куда-нибудь, потому что ясно, где он Ну давай, ты... Пойдет. А я... не успел. Ты не убежал, ты не успел. Я нажал, он все. Он Короче, меня просил. Пробуй удачу, потому что здесь стоит значочек удачи. Да какая нахрен удача? Нет, неудача. Нет, просто я
все, до свидания. Ненавижу призраков. Угу. Но не чисто по, не чисто по этой карте, в принципе, его не люблю. Не даже призраку. И прочее нечто, да? Хотя все типа прочие говорят, что он слабый маньяк. Не, ну как там говорится, умел в руках и хуй была лайк, блядь. Нет разве? Не Я готова. У нас комбинат давно не было. Надо поставить, да? Да. Спасти надо. Ну, еще 11 раз. Мне нужно открыть, как понимаешь, вообще следящий человек. Нужно ставить опять радиоактивное определенно. Ну так ставь его. Рядом со значком, ну типа вот который вот этот вот земной шар, да? Бузерва. У Maiden Herb. Вот у него какая-то красная фигня. Это что значит? Что типа нестабильный какой-то этот, интернет или что? Что-то такое. Типа пинг. Ну, как это? Как исполнительница, да? Пинг. Что там за подношение? Ну-ка. Ну чё, кто у нас будет? Да мне надо спасать ходить. Либо до хера на себя брать. Убийца снимать с крюков не умеет, да? Они могут только насаживать. Почему? Для чего? Ё-моё, она прям рядом со мной. Она бежит за мной. Нахрен иди. Прошу прощения. Блин, ты может перекратишь со мной бегать? Топоры, полетели топоры. Потому что, видимо, все тут поблизости где-то.
Так, пары кончатся, да? Соси. Простите меня, попали. А у них у обоих что-то красное все горит, на. Что-то упало вообще очень жутко. Давай, давай, давай. Генератор. Где ты там падаешь? Далеко. На первых этих. Блин, на первом этаже. Не, я имею в виду там, где ты упал. Я вообще в другой. Я вообще в другой стране. Ага, у нас неподалеку. Вообще близко. Давай. А ты там снизу был, да? Ты там был снизу, да? Я валяюсь. Ну, я понял. Я чиню. Смотрю, захватили. Ну, это примерно так же работает, как топор. С топорами у охотницы я прям сажал максимально нормально. Тебя спасать идут или что там? Я понял. Все, так, два есть. Да. Не надо. Она за мной была. Я внизу. В таком максимальном внизу. Блин, прям рядом кого-то здесь посадила. Я? Там, где первый этаж. Ой, блин, а тут она. Понятно. Все понятно. Там просто с другой стороны можно было зайти.
Подвал, ни хрена себе. Я позвал. Нет. Ну, пошла нахуй. Я вижу, где ты, Ублюдина, блядь. и тех чуваков не вижу, чтобы меня куда-нибудь полетело. Не убегать нахрен, ты чё, дурак, что, блядь? Ебло, блядь. Они просто фонариками бегают, пытаются, типа, это тоже больше кланяться, чем реально помогает. На деле, да, вот, пожалуйста. Она же с топорами, ё-моё, блядь. Я просто крайне, я тоже сейчас так же. Она заряжает фонарики. Она внизу с тобой рядом, просто чувак она по лестнице. А ты неподалеку там, блядь, все, я пока ползу. Если дойди, остались там, тебе чувак поднимет. И нам бы полететь сейчас вместе. Угу. Потому очень что, близко. У нас будут шансы. А так мы начали сыпаться опять. То есть тоже вот одни спасения, а все тоже вниз упаду, телку спасу, и сам упаду там же где-нибудь. Где ты есть? Я спасаешь тут, снизу? Да. Вы меня-то, блядь, лечите. А кого мы не долечили, я не понял. Да павок, за который бегает. Или что, там специально не долечено. Подожди. Где-то вот здесь вот был этот. Ну-ка. Ты где там есть? Там не идешь? Я где-то на первом этаже. Мне бы генератор найти. Ну вот я это знаю, где генератор. Я там его чинил. Если что, я телку спасу, потому что я рядом. Сейчас я отстелшу тут, поползаю. Сука, близко где-то. Да. Вообще, максимально. Блять, опять по мне, сука, тварь ебаная. Она прям любит меня, блядь. О, прикольно, с другой стороны. Это хорошо, не ебало. Не, если бы сейчас чинили, то мы могли бы победить. А так вот эта ботинка вообще перестала. Стала. Ничего не чинится. Блять, она меня бросила. А зачем? Чтобы это. И нахуй. Чтобы сломать стенку. Она и сломала стенку. Я спрыгнул. Пока что Геннадия их не вижу. Блять, она снизу. На второй этаж поднимается. Я тоже. За мной. Ой, я генератор какой-то нашел. Возможно, ты который чинил. Блять, говнина. Иди нахуй с своими топорами. Вот там Maiden Herb чинит, и я очень. А вот нам бы эти геноды отбить и сбежать бы. Хотя она где-то рядом со мной. Да нет, она рядом со мной. Максимально. Падла ебаная. Ну, если, может быть, она бегает, может, она бегает за тобой, но она пробегала мимо меня. Ну, да, скорее всего. Да. И ген пнула. Блять.
Я, скорее всего, сейчас упаду тут. Где? Около подвала. О, блин, это опять же низ. Ну где я? Блять, а где ты обошла меня, сука? Вот, я и, ждал, вот и вопрос. Она пробила эту хуйню. Она дверь нет, пробила, прорубила. Оттуда-то я убежал. Я в другом месте. Вроде кинул палетку, я не ждал, что она придет. Я думал, палетку ее задержишь, что она где-то обошла. Короче, пока что чини, Ген, не бросай, потому что ты там где-то чинишь максимально починено. В смысле, там, где я чиню максимально починю? Ну, типа, они хоть чинили другой, но он не так сильно был починен, как твой. А ну чё, один остался, что ли? Ген последний остался. Блять. Ты что, взорвал? Пиздец, блять. Все нахуй. Нет. Блин, нахуй. Этим своим топорами уебищем. Блять, че меня увидела, сука? Да нет, не тебя, меня. Я в подвал, походу, пойду. Нет. Нет, не в подвал. Я сейчас стрелять ворота чекать по-любому. Нам надо и тебя спасти, и ворота начали открывать, чтобы мы тебя спасли, ворота были открыты. Она сейчас придет их чекать, я чувствую. Блять, она меня нашла. Я вообще не понимаю, как она, блядь, ищет так. И почему-то сразу промахнулась, и теперь точно попадет. Размен. Блять. Пиздец. Следи, ворота сразу открывай. Да я не ты могу, блядь, как открывать? У меня стена последняя. У меня последняя повесть она будет. А, это ты бегаешь? Думал, ты я бегаю, блядь. Я отсюда не могу, блядь. Я просто думал, что это не ты. Я думал, это другой бегал. Да нет, это я и бегал. Все, мы все тут сдохнем нахрен. Я просто думал, круги нарезаешь не ты. Ну все. Мне я уже не помочь. Я докачался до четвертой бронзы. Она сбежала. В люк или в ворота? Это я не знаю. Сука, рядом со мной где-то. Блять, за мной тут так кровавый след, ебать. Она за мной пиздой, что падла, блять. Топоры еще схватила. Тварь, блять. Ну давай вешай. Пизда, блять. С ушами, блять. А где она? Не, ну тварь, да.
Неопознанные летающие объедки, блин. Так. В этом раунде я никого не спас. Это достаточно маленькое. М? Кто достаточно маленькая? Сумка. Сумка? Сумка. А что там, у тебя игра закончилась, нет? Да. Я просто следил за тобой. Да не, я понял. Нет. Что нет? Не закончилось? Да не закончилось. Я уже нажал готов. Подожди, я нажал готов. Я решил прокачать. У меня что-то у этой тёлки закончились все подношения нормальные. Решил у нее слить глотку. Ну и чуть перки подпрокачать, какие еще не вкачаны. Так. Тут от всех мышушек уехали. А я, кстати, где-то что-то находил информацию, на что влияет удача. Типа еще на возможно, ну, типа, в ящике более редкий предмет найти, тоже удача влияет. Угу. Надо как-нибудь почитать вообще, что там за приколы. Интересно, я смогу себе самому, блядь, раздавать эту игру в библиотеке? Как не раздавать? Ну как ты мне раздал, блин, Спайдермена? Того. Ну. Вот не со всеми играми это работает. Скорее всего, на мультиплеерной не будет распространяться. Ну не знаю, на некоторые прокатывает, а там фигово знает. Я готов. Так, я нажал готов, я пока отскочил. Я нажал готов, но я не готов, да? Ну, типа того. Самокат сейчас приедет. Ничего. Ну ты тоже что-то ничего не это. Прям тут будешь. Я пацаны сравниваешь. Я в пацан стоит весело. Не бежать надо. А сегодня ты можешь не успеть заказать. Потому что уже 22:45. Ну, ты же еще не заказываешь? Всего лишь 15. Это у тебя утром целых.
За которым тебе, по идее, завтра надо ехать. Да. Ну да, не спросили. Ура, кукуруза. Ярма. Эй, чувак, что ты творишь? А кто тут? Я, короче, увидел, я увидел ящик, а его начал открывать другой чувак. Я в наглую начал чинить. А я в наглую слышу, что это Альберт Вескер. Ублюдок? С зомбарями? Нет, Альберт Вескер нет, не с зомбарями. Не с зомбарями. Точно. С зомбарями. С зомбарями, да, не месяц. Который бегал за... Кем он там бегал? За Джилу? И кричал Стас. Стас? Ну, типа Старс. Не Стас, да? А куда Леон побежал, я так и не понял. Леон побежал в подвал. Нахрена? Точно Леон? Леон? Не знаю. А кто же ящик открывает? Рядом с нами. Близко. Повесили рядом со мной. И он пнул мой генератор. И, возможно, он меня найдет, и он меня нашел. Возможно, у него перк никому не скрыться, или как он там называется. Есть перк, когда пинаешь ген, подсвечиваются все выжившие в радиусе там определенном. Типа подсвечивается, короче. Точнее, ну, нормально. Они так, ну, они подсвечиваются. Не, ну, по-моему, он там работает. Помогайте мне спасать, он пока за мной бегает. Хотя нет, бросил. А может, я не бросил. Пока непонятно, короче. Но радиус террора я слышу. Ну, вон, вроде, и он туда прется. А я пошел вдали, попробую это. Наказать этот генератор. Блять, мне это не нравится. Слово совсем. А вот эта белая хрень, которая на Нейтане. Это что за фигня? А, это та синяя голубая фигня. Близко, близко, ну, близко. Ну теперь, если тебя куколдовод. Подожди. Опасно. Это почему у меня прям рядом где-то это? Короче, если тебя он бьет не ножом, а своей способкой, то ты заражаешься этим уроборосом. Ну, вот типа это голубой херней, да? Давайте нужно брызгаться баллончиками. Ну, отбегал как мог. Как мог. Как мог. Как лишайник. Я вишу прям рядом, но в подвале, и тут ящик. Я понял. У меня почти дочин произошел. Ну, ты дочинивай, потому что ты, в принципе, успеешь. Я в прошлый раз точно так же почти успел. Беги меня, спасай. Вроде усиления тут нет. Хотя меня уже кто-то другой бежит спасать. Ладно. А вот на этом, кстати, у нас вздыхает, если что. Кто? На этом вздыхает. Блин, тут два ящика, короче, в подвале и над подвалом. Но так как я раненый, я не хочу их открывать. Блять, или он открывает, мудак. Где ты? Я? Неподалеку от того, ну, от того места, полетел, где его повесили. Блять, он за мной. Он петух, он за мной. Ах, неужто придется самому лечиться? Блять. Ну, насчет того, что у нас уже чувак один слился, Леон ходит, как и я, ящики открывает, хотя как бы, как и я их даже не открывал. Вот мы и в этой игре. Мы сольемся однозначно.
Конечно, сольемся. Он за мной все еще бегает. Где при этом со мной, но если я сожгу в течение дня. Хотя он прям вот, он же в 10 метрах от меня. Я вернусь к тому генератору. А я зачем-то в наглую чиню. Мне кажется, сейчас придет пинать. Хуи? Пинать. Чтоб ты понимал, короче, я сидел чинил ген. Я понял, что он придет его пинать. Я просто отпустил, но не отошел от гена. Он пнул его и ушел. Блять. Где-то близко. Спалился. Блять. Сука. Ну я, конечно, это вот не это видел. Пиздец. Он, короче, блять, бежал с другой стороны. И я убегаю от него. А он оказывается, блять, в той же стороне, что и я. Я бегу на него, блять. Он, короче, слева на меня пробежал. Я справа. Мимо него, блять. Прохуячил. Ну вы, короче, в обход, я смотрю, там идете от него. Он побежал куда-то прям по прямой. Чем мне не нравится Леон? Он не чинит. За Леоном, по-моему, побежал, да. Но я уже, судя по значкам, я уже вижу по значкам даже. Ты его это? Чуть-чуть. Давайте на месте, короче, хилю тебя на месте. Давай. Леон там уровень. Давайте один чинить, нам хоть что-то надо чинить. Конечно. Но я его начинал чинить. Хотя я слышу сердцебиение. А, палетка упала слева, типа, от меня. Ну, а тебя, в принципе, тоже слева, он тут рядом бегает. Вот он мимо нас бежит. Ну-ка. А вот взорвал ты зря, а потом я еще добавил. Ты, так ты тоже. Сейчас можешь на нас переключиться. А, это короче. Я отошел, короче, подальше другой ген чинить, рядом флачок это тоже ген есть. Леон, я так понимаю, еще не бутылили, да? Судя по всему, за ним все еще бегают. А он сзади бежит, тварь. Либо... Нам ведет его. Молодец. А вдруг они уже подружились? Блин, я не уверен. Сука. Так. Лечебный спрей есть. А мне пизда. Почему? Вот почему. Это есть. Я не вижу. На крюке. А, все вижу. Вижу крюк. Пока не спеши, пока не... чини. Там Леон да не лечится, а ты чини. Но он рядом. Блядь, бегает, нет, все, он ко мне подошел. А Леон где-то там, короче, точно далеко от тебя был. Да он, блядь, за мной. Да я вижу. Уже. Он остановился. Нет, выбежал. Он сейчас внизу. Пока не паникуй, а внизу. Я ничего не делаю. Он в мою сторону, он побежал, короче, в мою сторону, в сторону лачуги, он тебя, по сути, как бы бросил, но, возможно, просто чекнет сейчас и вернется. Но он пошел на тот ген, который мы с тобой взорвали два раза, в ту сторону. Не, возвращается. Я вижу. Но тебе нужно спасать, если после хита, чтобы он тебя не оттянул. Все. Я есть груд. Я еще два получил этих. Все, теперь я тут. Буду висеть.
Это мое место. Во. И он хоть фигней занимается, теперь там тотем и что-то. Да он же понял, что мы проебем. Да нет, кстати, тут твой ген был наполовину починен. Если бы вернее, он блядь, чинить, он мог бы. Вернее, он даже не собирался начинать, как бы, особо-то. Если не помню, что у него сходу вот эта хуйня была. Он мимо меня пробежал. Я, короче, я сейчас, скорее всего, упаду, я слышу про сердцебиение, но я его не вижу, да, но да, я да, сейчас да. Не унарвусь, прям чувствую. Да вот он прям рядом, блядь. Всё. Да, да мне тоже. Вескер, иди нахуй. Тебя тут никто не ждёт. А Леон, короче, сбежит, мудак. Надо сейчас его к Леону привести. Иди. Чтобы он убил Леона. Всё. Всем пока. А, блядь, вон ты где. Ну и по сути он меня уже видел, всё. Я сейчас. Да я там рядом оставался. Он, блядь, как раз рядом сидел. Ой, блядь, рядом сидел. Он рядом бегал. Подбежал к генератору, а у меня же ор идет это. Я же не вылечен. Он, короче, услышал меня там за ебучими стогами. Короче, сейчас самое обидное, что ли, он нихуя не делал и сбежит. Ага. Зато один момент меня убил. И, короче, один раз тебя снял, но при этом я получил сразу три, скажем так, этих безопасных снима. Ну, типа, принял удар на себя. Типа то, что снял еще, и почему-то, когда меня начало тоже, когда меня посадили на крюк, я еще один получил. Пожалуйста, маньяк, убей его, не хочу, чтобы он выжил. Че, ты наблюдаешь? Да. И у него еще ни одного повеса, блядь. Петух ебаный. Ну реально, блядь, прям с самого начала игры, бежит в эту, блядь. Все, ебать. Говно ебаное. Да. Просто говнище. Че ты меня тыкаешь? Мне сказали не меня убить, а там мудака убить. У меня даже, блядь, это... Рядом подскочила эта хуйня, что типа аж пожаловаться, блядь, желание появилось нахуй. На петуха, блядь. За неспортивное поведение, блядь. Ходил ебать тотем, хуярил все это время, блядь, и спас. Спасибо. Я помню, мне нас нахуй даже не надо было. Я и так, если вижу, блин, то какая разница. Мародерское чутье. В сути, оно нужно только вот для задания, так оно нахер не надо. Ну да. Я не понял, сильно сгущает туман. Темный туман. Зачем? Ну, знаешь, я тебе скажу так. Просто туман это пошло еще со старта игры. То, что игра изначально разработчиками расценилась как хоррор, что типа они думали, что будет от маньяка все прятаться, да? А в итоге пришли к тому, что просто люди научились хорошо бегать. И они наоборот там некоторые постоянно провоцируют ману, чтобы от него отбегать. Mm-hmm.
Потом он, ну типа там, Но он не видимо, или спасает хуже вообще. будет, чтобы тут что-то. Ну, у меня как... Не, ну чисто теоретически, если его все четыре выживших поставят, то может быть он относительно густой. Если какая-нибудь кара, знаешь, какая-нибудь там школа, там, я не знаю, где там типа не солнце, а там темно и еще туман, то да, можно даже не разглядеть там где-нибудь в уголке сидящего этого выжившего. Не, ну вот так-то получилось, что типа местность такая открытая все равно. И там типа кусочки такие тумана, блядь, я думаю, ебать, а зачем? Не, ну типа, знаешь, если играть по стелсу и идти, допустим, где-нибудь вдалеке, в приседе, и не в цветном костюме, не вот эти вот скины, кстати, там розовые, да, в Ну, я каком-нибудь понял. сером, то там на фоне там стен можно и не разглядеть, реально. Розовый ты еще про себя? Да, жду еще волосы розовые. Отлично. Что там такое есть? Что, есть такое? Да. А это полностью скин, он типа весь розовый. И его дадут бесплатно, но это нужно типа много играть, чтобы прокачивать этот вот типа сезонный пропуск. И там на 31-м у меня сейчас где-то 26 или 27 уровень его. И на 31-м дадут еще волосы, и на каком-то 60 каком-то дадут еще ноги, там, типа лосины какие-то тоже розовые. Или юбка, что там. Блин, было бы еще что-нибудь такое, типа, а-ля фосфорное. Типа, да мне вообще похуй, блядь, просто, да? Смотрите. Это, типа, уже, наверное, что-то такое было бы. Мне кажется, лет дольше начал крутиться. Площадь. Деревушка, А ты бок. играл в Metal Gear Rising Revengeance? Не, Да. Revenge, правильно, Ну произносится. Revenge. да. Ты ее проходил? Как ее пройду? Вот такой В полу смысле, Dark как? Souls. Да почему Dark Souls нет? Хуже. Да нет. Я же прошел даже на средней сложности. Давно, конечно, это было. Ну а что там Не, согласен, что с боссами там почти... А? Чё? Ну так я с боссами как раз и заебался. С первым прям Не, самым. там нужно просто... Там нужно просто... Первая собака? Ну, по-моему, что Не, ну, не, ну там еще есть в начале, говорит, там обучающий здоровый робот, но это даже за босса не считается, по сути. А, ну робот, наверное. Не, просто ты сейчас... Что-то игра очень часто стала светиться, знаешь, в ТикТоке всякие мемасики там про нее. Мне даже еще захотелось ее перепройти, но это когда-нибудь, если я буду брать комп, то я вряд ли его буду брать. Но если буду брать, то это как ты говорил, это знаешь, максимум какая-нибудь 1650, больше я не хочу. Ну, типа, поиграть очень старый, то есть перепройти новинки меня, в принципе, не особо интересует. Я скучаю по тем временам, когда игры проходили за 8 часов, а не когда был открытый мир на 150 часов. Точнее, никогда, как он сейчас появился. Петух, петух. А чё чувака не спасают? Я не знаю. Да я вообще, я просто ходил эти ящики открывал. И походу мы сейчас стадию продадим. Не, вроде не продадим. Да я пошел а, спасти. Снял ты, да? Да. Там а в не этой, понял, только кто там в маньяк. хижине этот. Я проглядел генератор. И в хижине генератор я его начинал чинить. А, он сейчас сюда придет, я по-любому Конечно. не дурак, наверное. А, это этот, бензопильщик? Да? Просто я просто не понял, кто это. Как говорится, не узнал в гриме. Есть. Он так, по-моему, я кружусь с ним в этой волочуге, где Ген. Я хотел туда пойти починить. Ладно, я пошел спасать-то. Пока что продолжаем с ним кружиться. Кружим, кружим по району, блин. Ой, блядь. А у меня, оказывается, окно закрылось. Там даже меня пилить почему-то не стал, хотя мог запилить бы. Слышь ты, блядь, не двигайся. Че, Комова привел? На кому к нам? Я тут, блядь, Это, по крайней я мере, тут лечу.
Только не вижу. А, вон, вон. Да, нет, не тебя схватили. Схватили. А. Нет, схватили как бы не меня, но я тоже долго не пробегаю. Я чего упаду в окне. А, не, не упал. Правильно. Так, чё, кто-то идёт спасать или мне опять идти спасать? Там кто-то кружился сейчас, я думал, его спасают уже. Я сижу и чиню в каком-то здании. Я падаю, я на размене, короче. Ёбаный насос. Короче, в лачуге, где ты ген чинил, он уже откатился прилично, но там рядом был еще, рядом с этим геном есть другой ген, тот есть. Хорошо починен, процентов на 80. Так, пока висишь. Ну там вроде да. я в окно уже увижу. Уже нет. Угу. Не, я просто в окно увижу, поэтому мне нормально. Я, короче, отчаянный. Я буду открывать ящик. Из-за этого у меня спадет броня. Ах, нет, судя по ходу, броня не спадает, когда ящик открываешь. Но когда ящик точно спадает, и когда чинишь. Учтем, можно ящик открывать. Нихуя себе здесь. Может, тебя по самому похилить? Ну что, кто-нибудь чинит еще? Нет, я себя лечу. Он бегает рядом от меня относительно. Если меня увидит, то мне пиздец. Чувак, пожалуйста, не бегай за мной. Где? Один, второй, третий. Так, все, я вижу все. Там два не сильно далеко. Видишь замок? Да? Сейчас, я пока что знаю, где гены есть. А, ну все. Ко мне его только не ведите, если вдруг там. Блять. Только сказал нахуй. Только, блять, сказал. Если это не я, если что. Да я. Он кто-то, блин, скачет. Кто-то скачет от него. Ну они, короче, вот в той лачуге, где это, которая двухэтажная. Я сейчас добиваю ген, который рядом с лачугой, и в саму лачугу сейчас зайду. Он там, скорее всего, уже откатился. Пиду, блядь. Это... Очень близко, очень близко. Финал. Повторюсь опять же. И долбоёб, блядь. Короче, в лачуге вообще на 5% было, но откатился до нуля практически. Тух, все, нашел меня, увидел. Ну вот опять у нас проблема в том, что опять никто не чинит. Ну, ты чинил, а другие никто не чинит. Если бы сейчас другие чинили, то мы бы уже последний час добивали бы и сбегали. О, он меня потерял, блядь, в красных кустах, блядь. Сука, тут рядом этот. Ладно, похуй. Кто рядом? Генератор? Да генераторов тут несколько штук. Надеюсь, если ты это говори, если тебя не спасает, то я приду. А, рядом со мной кто-то сидит. Да, дедок. Вот он ко мне идет, потому что я слышу сердцебиение. Чё? Я очень, очень отчетливо слышу. Лечи. Ну сидишь. Стоишь. Не пошли тот генератор, блять, он откатил. Блять, он откатился слишком, сука, сильно. Прям очень сильно. Ну, достаточно. Вот сюда нам надо. Сюда.
Вот этот, где он, блядь? Сука. Ген, вон ты. Гендальф. Пендальф. Гендальф Букин, блядь. Блядь, это ты бежишь? Не беги в нашу сторону. Очень близко, ты очень близко, блядь. Прям близко. Привел, ладно, похуй, похуй. Я сейчас упаду. Я, короче, плохое место выбрал. И сейчас дурак сам на него прыгнул. Думал, он меня переиграл, а в итоге сам себя переиграл. Угу. Он спинал ген. Сейчас, соответственно, меня будет вешать. Сейчас он тебя повесит, и я тебя спасу. А у него железная хватка, он может далеко нести. То есть долго, трудно вырваться. Ну не, это тот же самый этот момент. Он сейчас увидит, нет? Нет? Как? Нет. Тут ебучие ветки, блядь. Подожди. Рядом какой-то еблан. Чувак, я вижу чувака вдалеке. Там был этот. Он бежал мимо лачуги, а в лачуге был. Так он может повесить его на этот же ген. Ген? Блять. Ну, ты понял. Я понял тебя, да. Крюк. Блять, уходить надо. Бежим нахуй. Но у меня просто броня еще действует, поэтому а у меня нет. Себе позволить чуть-чуть топ. Прошу прощения. Так, это мой второй подвес. Блять. Это уже мне не нравится. Бежим куда-то. Пошли куда-нибудь полечимся. Ну вот. Я просто хочу взять эту штукенцию не для лечения, а для этого, для починки. Не, ну тут не особо хорошее место. Ну давай попробую, конечно. Он сейчас нас увидит. Блядь, он идет уже. Он уже идет. Стой. Ты быстрый прыгаешь? Для тебя быстрый и тихий. Быстрый и тихий. Стой. Ну пошли вот туда, давай, вот сюда, за эту хуйню зайдем. Да я сейчас буду тебя лечить, стоя, я ж тебя. Он же меня увидит, стоя, как бы. Блять. Ну, кстати, не так уж видно. Давай лучше за эту хуйню выйдем, зайдем. Да. Да, давай лучше за эту хуйню зайдем. Блять, он к нам ведет его. Угу. Блять, это вообще зря сделал. Да ебать, я вроде попал нахрен, нахуй чуть-чуть раньше получилось. Там, блин, там крюк рядом, но я не смогу его сломать, не успею. Я пойду в лачугу дочиню. Попробуй чинить там, где вы чинили. А кстати, чувака подними, чувака он уже. Поднять, попытать, да, да, да. Да, ты его поднимай, потому что он уже может, его уже можно понять, он на максимум этот. Давай. Блять, к нам. Прибежал, давай в пизду. Убегаем, нахуй. На тебя генератор здесь на нуле, сука. Да потому что это говноед, ебаный, блядь. Почти на нуле, блядь. Проблема в том, что типа мы их чиним, а потом убегаем, и никто их не трогает, типа, ну, чтобы они не регрессировали. Да я в прошлый раз попытался, блядь, сука. В мою сторону бежит. Ну-ка. Видишь меня? Нет? Так, пробежал. Ах ты говно! Ой. Это третий. У тебя последний. Это третий. Это конец. А у нас всех конец. Кого он сейчас не уронит, все будут уже. Там чувак взорвал. Ген, я видел, откатился. Блядь, иди нахуй, а? Слышь? Блядь, он меня сбросил. Он, походу, решил гены чекнуться. Блядь, кто-нибудь поднимите, что ли, сейчас? Ну вот. Я пока все далеко, я хочу ген добить, и что-то сердце у меня тут забилось. Я попробую на спринте добежать, не знаю. Надо. О, все, успел.
Блять, где он, интересно, потому что я слышу сердцебиение, мне это не нравится, я не хочу погибать. Отсидеться, что ли, пока что? Нихуя себе, тут выход... А, нет, это открыли... А, он сам открыл выход, рядом со мной, который. Тот, открывайте тот боковой, сам маньяк. Открывайте тот, как ты говоришь, где башня, открывайте, он около меня просто. Он, короче, открыл и кивает мне, типа, беги. Это замок, да? Тебе что? Вэт, может... Ты все это сбегаешь? Ну, блядь. Ну, пора сбегать, ну, да? В том плане, ты... Не, ну ты уже в этого ворот? Да я ворот. Беги. Что-то покивал мне. Ну, короче, я не знаю, либо он нас пожалел, либо просто сдался и понял, что как бы мы дочинили. Потому что он сам открыл ворота, и он мне покивал, типа, беги. Я такой стою, говорю, нет, вдруг это опять наебка, да? Он, короче, отошел такой от ворот, типа, кивает, все, иди. Еще один ящик надо открыть, и все, и на этом я закончился. А у меня что? Ебать, нормально сыграл. Сейчас текущий момент, прям нормально сыгран, 20-29 уровень. Так. 11 из 15. Спасено. Уже неплохо. Начинается там такая штука. И не говори. 43 уровень. Скоро что? Дойду. Надо. Так. Оп. Угу. И. Какой у тебя этот ранг, или как он там называется, выжившего? Первый. Пепел. Кто? Пепел? Пепел один. У меня бронза 4. Если сейчас одна капелька будет, будет бронза 3. Ну, бронза, по-моему, уже следующая, короче, да, была? Ну, да. Ну, да. Пепел, короче, хуй. Ушел, то, что... Это типа хуй, то потом ты такой хуй вырастает в бронзу, там, серебро и так далее. Золото, а потом хуба и радужный. Так. А, ну я готов, есть. Я есть готов. Певица, оптимист. Что, прости? Я есть груд? Я есть женскую груд. Женскую груд? Груд. Ну-ка, что есть? Без сожаления. Не, без сожаления, ты чё? Ты будешь бегать. Я помню, что ты постоянно ослаблен, да. Ну, сейчас попадает в неприятности. Так, чё, блядь, так не успел читать. Что там надо? Ну чё? Так, алё. Рейди. Ну я рейди. Как быстро все нажали, готов. Даже маньяк. Что у нас так. Маньяк? Он так маньяк такой, ну все, я готов их сейчас раскатаю.
Ну, мне кажется, что он на самом деле сейчас нас раскатает. Но если будут такие, опять же, такие чуваки, которые не будут чинить, то да. Тут вся, по сути, все упирается в починку. Если не чинить, то Логично. маньяку легко побеждать. Так, все, а если быстро я чинить. курну пока что. Пока есть возможность, я курну сейчас. И прилечу. Плов номер два. Ну ладно. Ура, не кукуруза. Месяц. Все. Я тоже понял, кто. Да, я не имею, кстати, рядом с лачугой. Я видел сейчас его. А мне нужно в подвал спуститься, чтобы открыть ящик и на этом закончить свою эпопею. Мне нужен такой ящик. С этой. Вернее, всякое. Матическое. Ползу. Все, зомби я тут ящик. таращится. Все. А чё зомби такие резкие? А маньяк за мной, кстати говоря. Блять, зомби, я врезался в зомби. Если тут не врезаешься. Ну, он мне как бы, ну, практически врезался, меня не ударил зомби, а так он меня зомби ударил. Иди, блядь, отсюда, нахуй. Я, кстати, паду. У него почему-то этого сердцебиения не было, у него какой-то перк или что, я не пойму. У него? Там, не, у меня был какой-то значок, какая-то истерия или что-то такое нарисовано. Ну, потому что когда меня ударил, то есть он сейчас ко мне пришел, я не слышал его. Скорее всего, это какая-нибудь хрень, наверное. Нет, ну ладно, сам полечусь. Я что, один чинил генератор? Да. Заебись. Начало очень многообещающее. Я думаю, два зомби, кстати, рядом почему-то. Ну, у меня они тоже были. Ну, один за мной, то и дело. Опа, я почти тебя догнал по починке. Ну, это отлично. Это уже хорошо. Сюда, скорее всего, в подвал отправляется. Да, это прямо, наверное, да. А меня зомби спугивает с генератора. Ты, блядь, я тут крутился вокруг зомби, блядь. Вернее, зомби крутился вокруг меня. И типа сунул зомби в зомби, 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 зомби. Блядь.
Если он придет ко мне, это логично, потому что зомби тот. А почему тёлка решила слиться? Почему она это? В смысле? Она спрыгнула, походу. Ну, у нее, она даже до второй стадии сама себя довела, по сути. Но она, походу, подумала, что никто ее спасать не будет. Да я был рядом, я все контролировал. Я бы, если что, на размен бы пришел, ты меня знаешь. Лежит. Лежу не я. Но бегаю, рядом кручусь с ним я. Почему-то не поднимает. Он видит меня, и он не поднимает. Ну, типа, он уже мог давно поднять. Кто? Маньяк. Угу. Маньяк не поднимает лежачего. Либо он хочет, чтобы я его поднял, либо я не знаю, что он. Либо он просто что-то играется. Я хрен узнает. Я не понимаю, что он хочет. Страдать какой-то херней. Здесь еще был где-то. Тут здесь еще один. Где? Остальные я вижу с другой стороны. Раз, два, три. О, блядь. Он еще по разным углам. Блядь, он еще специально папу зачем, блядь. Короче, я пошел отсюда, они какой-то херней страдают. Я лучше перетянусь подальше. Опять какая-то херня, я не понимаю, что тут происходит. Ну я тоже не знаю, что тут происходит, поэтому я просто хожу. Он их не поднимает, они что-то друг на друге лежат. Он и мне не дает их поднимать, но он их и не вешает. То ли он хочет, чтобы они кровью истекли от земли погибли, я не понимаю. А где ты? Я уже обошел. Меня просто чуть полечить надо, там буквально прям... Два разочка руками потрогаешь. Ну вот от них, если тут судить, просто... в обратную сторону, короче. Тут просто есть аптечка, короче. Сейчас я спизжу аптечку и долечу себя. О, он кого-то решил поднять, что ли? Или нет? Да нет, он опять, видишь, он не дает мне их поднять. Он ее поднял и сбрасывает. Непонятно, чё. Короче, чини, да, я думаю, починка. Сейчас попробую, кстати, это, знаешь, их не поднимать, а прибежать, то ген, это тоже был ген починенный довольно-таки неплохо. Типа, посмотрю, какая реакция будет, он отгонит меня или нет? Там еще и зомби, блядь. Там сам проблем, что там еще и зомби. Ищи, короче, какой-нибудь еще гена и чини его. Это будет самое лучшее. Ебать, я зомбаря ебанул. Палетки. Красавчик. А что, так можно было? Блин, ну встал, да. И идет. Да я-то, я говорю, я с ним так уже кручусь давно. Давай что-нибудь починим и все, и свалим отсюда. Честно. Короче, я вообще на дальняк пошел нахуй. Карта, блядь, прям здоровая нахуй. Выбор прям большой. Я тоже на дальняк ушел, только я здесь про генов не вижу. Да нет, вижу. Знаешь, где на этой карте, ну, примерно даже видел, где выход? Один рядом со мной. А ген нашел?
Да? Ну ты еще не видишь рядом с моим именем, мы примерно одинаково тебе. Да не, я вижу, вижу. Это просто на тот случай, если он все-таки пойдет чекать гены. Старая истекает кровью и пойдет нас искать. Ага. Близко, идиот. Сзади меня. Я дочиниваю, я дочиниваю. Я если чё свой, не, я кстати, если чё свой тоже добью. Ладно, добивай. Ты. Блять, почти. Ага, добил. А ты, кстати, не сильно от меня далеко был, я думал, ты где-то дальше. Да я тебе про это говорю. Блять, говно. Он уже пнет. Я тут уже стоять, ждать. Другое дело, сейчас стоит. Он рядом с тобой? Да. Просто одни ворот рядом с тобой, а где другие часы? Я поглядел, где другие. Они? Ну как рядом? Туда, куда ты бежишь, прямо, прямо, прямо. И, короче, чуть-чуть правее, по-моему, блин. Ну да, вот в ту сторону туда иди. А, да. Они, кстати, с края, они на одной стене ворот. То есть вот тут вот, сейчас я открою. Угу. И где ты висишь? Гандон, блядь. Угу. Блять, начинается. Че? А че начинается? Ну говно собачье начинается. За один подвес. Он так с тобой и стоит? Рядом? Да. Я просто хочу открывай посмотреть, рот, беги. Какая реакция? Да я тебе уже открыл, я уже к тебе прибежал. Да я вижу. Я ж тебя вижу. Я просто... Я просто хочу посмотреть, какая у него будет реакция, если буду эти ворота открывать. Кажется, ну, вот кажется, реакция предсказуемая, да? Ну, вообще, он за тобой бежит. Блять. Я тебя не успею спасти, сейчас он меня втащит. Все, готов я нахуй. Ничего, он был бежать. И сейчас чувствую, сейчас я тоже буду готов. Как думаешь? Гандон. Я его потерял. Или он меня потерял. Беги в эту. А что? Убегай. Да и он около ворот. Каких? Тех, которые были открыты. Что я могу сказать? Говно собачон. Да-да. Блять, быстро. У меня просто телек еще сейчас написал, что там типа по неактивности он вырубится. Угу. Я понял. Он, короче, будет просто от времени, чтобы меня убило это порча. Ну, типа. Вот ты понял. Да. Гандон, блять. Я почему-то будет считать себя крутым, что типа он всех убил. Ну, в данном случае, ну, хуесос какой-то. Хуесос Аркадьевич.
Угу. Выблядство, ебать. Отвратительный игрок, блядь. За третье. Удачи выживших. Так. 11 из-за этой игры я них никого не успел спасти. Но я выполнил свое задание по открытию этих ящиков. Очистить 12 тотемов или сбежать два раза. 12 тотемов — это жестко. Ну, что-то как-то да. Я все-таки попробую использовать мелкую дичь. Я что-то почитал описание, может, это будет больше мне понятно. Я понял, что если он сработал, то нужно искать в радиусе 12 метров. Вот на волю есть такая хрень. Часто попадают в неприятности, поэтому умейте выпутаться из них. Навык активируется после спешного прыжка во время погони. Во время действий. Так. Ваши спешные прыжки бесшумны на протяжении 4 секунд. Каждый спешный прыжок, сделанный в это время, обнуляет таймер. Ох, его знает. Но это только, типа, с одной стороны, типа, да, но такой тоже полу... Как это сейчас? Ситуативный перк. То есть, типа, как бы, если ты бегаешь где-нибудь в какой-нибудь херне, прыгаешь в окна, чтобы маньяк запутался, не понимал, где ты, типа, да, но... Ну, не везде такое количество окон есть, блядь. Это, скажем так, знаешь, надо ставить этот перк, блядь, и ставить подношение. Ты куда ты это, блядь? Тут определенную карту попал. Все-таки городскую ебатню это прокачивать было тогда. Какой городской ебатню? Бег. Городской бег. В смысле? А почему тогда нужно было прокачивать сейчас? А он меня не прокачил, ну то есть он типа в этой. Сейчас мне его пока не показано. Ну, ты просто в паутине качай перки, рано или поздно он тянет, тебе выпадет. Ну, я поэтому говорю, но он не выпадал просто уже. А, типа ты просто выбрал не его, да? Да. Думаю, надо было все-таки его. Сейчас буду страдать херней. Какой?
Буду пытаться искать тотемы. Будь сейчас как тот Леон, блин, шатался. Да. Ну что, я поставил подношение на это, на очки крови. Это вот бладипатия. Она работает на всех. Моя совесть чиста. Но главное запомнить, если сработала эта моя мелкая дичь, значит тотем в радиусе 12 метров. 12 метров это не так много. Я вижу, кстати, тебя, и тут генератор. Развернись, сзади тебя генератор. Так, у меня сработал этот, где-то тут тотем. Чувствую, прям где-то вот тут. Где-то за камешком, не знаю, но где-то он тут есть. Смотришь на меня со стороны, да? Да, выглядит максимально жестко. Хоть ты, ты что там потерял? Ключи? Фирик? Блять, а десятку уже нет, да, точно. Сотку. Где он? Ты же сработал, блять, ебучий перк. Куда ты срабатывал? Срабатывал второй раз. Вон, где-то там. Может, в этом автобусе? Не, трактор. Да похер, кто он. Вот опять сработал. Где-то вот тут. Я не вижу. Хотя маньяк опять не прижимался, и скорее всего он опять их выкашит. Нет, я был лучшего мнения об этом перке. Опять сработал, блядь, где ты прячешься? Вот где-то вот тут, во. А и там может же несколько быть. Да нет, так близко вряд ли. Что это они так перестают чинить-то? Тебе что нужно еще? Тебе нужны эти ящики? Тотемы. Только тотемы, да? Тотемы. Ящики я уже все, тотемы. Вот второй нашел. Если не ошибаюсь, то на карте 5 тотемов. Вот я чищу второй. Угу. То есть, в принципе, все равно эта херня, она хотя бы, она срабатывает. Ты знаешь, что где-то в радиусе 12 метров, и она срабатывает, ну, в ту сторону, куда ты смотришь, где-то там он. То есть, как бы, ты бежишь, ты понимаешь, что не со спины он. Так, вот еще раз сработало где-то либо тут, либо внутри. Это называется попробуй пойми, какой-то радар такой дебильный. Ну вот третий сейчас. Уже нашел тотем, как бы на карте всего 5, вот третий сейчас. Планирую все выпилить, судя по всему, маньяк все-таки АФКшит. Не, ну в принципе, если часто бегать с этим перком, ну, конечно, в этом смысла нет, то так-то можно привыкнуть к этому радару. Не, ну понятно. Я играл в мультиплеер Assassin's Creed, там такой же радар, он указывал, с какой стороны твоя жертва. А тут даже светящийся тотем, возможно, это наед. Блять. Как это падла это. Видишь? Муна, Учиха. А, она, короче, тоже тотем, да, да. Он как раз такой въебный. А он тоже светящийся был. Ну, да. Ладно. То есть, по сути, 5 получается.
Я вскрываю нах. Чё ты? Открывать? Открывай. Ты 4 достал, да? Да. Отлично сыграли. Угу. Замечательно. Эти два еще там. Что они еще интересно еще там, блин? Ну, кто-то для этого видел, ящики вскрывали. Угу. Че, еще катку? Угу. Именно. Ну и чё тут? О, 44-й. Бузеру. Спасибо. Угу. Угу. Спринтер, блин. Танцуй со мной. После быстрого прыжка через препятствие или выхода из шкафчика на бегу, вы не оставляете следов трещин в течение 3 секунд. Ну, не. Хотя хер его знает, если через прыжок через препятствие 3 секунды ты... Стоп. Ну, может прокатить, но не факт. Ну, по сути, то же самое. Это если ты бегаешь от маньяка, то в 3 секунды это не особо много, просто вот в этих, как сказать, если где-то в строениях он да, будет теряться, да, твои плюи да. Терять, это да. А если это просто может. Так напрямую бежать, он тебя все равно как бы... 3 секунды нет следов, а потом они опять пошли. Мемориальный институт Лэри у нас сегодня не было еще. Не хочешь? А, разве кто у нас там был? Блин. Где я в подвале сдох? Это разве не институт Лэри, нет? Или это другая путаю? Подвал нет, подвал это. В подвале сдох. Это не мискомбинат. Подожди. Стоп. Хотя, может быть, я путаю, там есть мемориальный институт, есть какой-то там психолечебница, вот что из этого. Ну, вот есть психолечебница как раз. Была психолечебница. Мне кажется, я как раз на Лэри подыхал, где этот, где, помнишь, я в подвале разменялся с криком, когда мы играли, а потом меня уже не пришли спасать. Могила в Гленвейл. Поставь, если есть, поставь эту... Как его? Дикий Запад, короче. Какой? Ну, подношение выглядит в форме этого лассо. Ну, типа этот, как оно там? Салон мертвяк в усмерти. Да не, у меня не было. У меня есть подношение на этот... Не буду подношение, я буду на очки ставить подношение. Ну, тратить такие. Я все-таки когда-нибудь докурю, блядь. От сигарет я уже... 19. По-любому сольется. О, Санквин, первая сольется. Угу. Да, скоро. Наверное. А еще вот это вот все так делать. Как все идет? Мы, кстати, втроем сплойте, ты один с компа. Пока бояр, блядь. Бояр, блядь. ПК Форт Боярд, блядь. Так, ну все, игра начнется, я сейчас приду.
я, кстати, хотел тебе сказать, когда я такой начал, говорю, у меня есть подношение на нее, и вот ее поставили. В принципе, не самая плохая карта, я даже начал к ней Ну, привыкать. я если что, пока отошел. Я просто увидел. Что хуя? Ага, Первый понятно, тотем ясно. пошел. Очень. Где-то очень близко, тварь. Кто это? Я пока сижу. Да это. Если что, на улице Охотница, сидит. охотница. Это хищный. Вообще где очутился? Здорово, братан. Ну, типа полицейский участок Ракун Сити, типа из президента спи, он первый, который. Я не знаю, какая она. Мне кажется, вторая. Может быть и вторая. А, не Которая вторая. как раз Вторая, ремейк вторая, наверное. выходил. Так, ну ящик меня не интересует. А телка начала открывать. Неужели она опять АФК? Потому что если да, то как бы слышно, что она песню свою напевает, но она и при АФК будет песню напевать. Конечно. Так. Тут где-то сработал этот тотем. Тотем. Мне нужен тотем. Такой ползешь через окно. Да, тут где-то вот у меня чуйка на тотем сработала. Где-то он тут вот. Уже Так, второй круг где? делаешь. Где? Не, просто может быть он там через стенку сработал, он там чуть дальше, допустим. Как тоже может быть. Интересно, он нормально работает на двухэтажной карте? Потому что на втором тоже где-нибудь мне тут показывает. Погнали. Что-то сильнее стало. Неужели она проснулась? Она пропошла, она прошла мимо нас. Идешь. Опять ищешь тотемы? Я тотем. Я оно все срабатывает, вот где-то подсвечивает. Я говорю, может, он через стенку где-то тут пробил. Может, на улице все-таки.
Хотелось бы хотя бы еще парочку найти. Она Ладно, наверх не все куда-то пять. пошла. Наверх такая поднялась. Откуда топор в меня кинула. Опять наверх поднялась. Так, у меня тут прямо опять сработал. Чуйкон нашел. Хотя бы. Тут упал. Не чините. Хорошо там искать. Ну еще один. Да чинили. Еще один можно. Плюс еще один потом остался. Или она просто кидает, а вы, ну как бы не идет поднимать, да? Не идет, ну. Она сверху берет, А, кидает. я, кстати, к ней пришел. Падла, блядь. Блять, неужели она сейчас это вас все-таки накуканит? Да теперь я, блядь. Это теперь я упал. Она в меня теперь Тут, кстати, кинула. тоже где-то... Блять. Да она там в этой сидит. Вон, видишь? Вот, Да вот, я вот. вижу, что Тихо, она... тихо, тихо. Сейчас кидать будет. Сейчас кидать будет. Летела. Не попала. Кому-то... Как будто, блядь, как будто в башню кому-то летела. Раз, два. Ну я тот хоть дочинил. А, да, Бобби. Надо тебя хоть где-то починить. Я тотем чистил, отстань от меня. Ну не бей меня. Ну все, я мне хорош, как бы. Три тотема хорош. А в принципе вытяните, я пойду нам уже на ворота. А то вдруг она озвереет. Быстро он тоже открывает. На второй ворот пошел, да? Сейчас будет пробовать меня прогинуть. Не долетело. Где ты есть еще? Я в воротах, которые... Ну, которые рядом с этой, с центральным этим. В воротах уже. Да. Ну тогда выходим нахер. Ну чё? Чё, я просто, ну, что-то пытался топоры кидать. Ну, ладно, выходим, так выходим. Предлагаю самые контрольные, потому что этот, наверное, тут даже не бегали. Ну да, вообще чё-то. Новобранец из Ракун Сити. Я там все-таки починил генератор. Я успел кого-то даже спасти. Даже в таком тупом раунде. Ай, вороний глаз, какое-то подношение.
Времени недоступно. Зачем это нужно? Ну, как раз на это, на... Я тебе же говорил про это. На заброшенное кладбище при сожжении. А, то кладбище, которое было, да? Да. Там вроде хоть нашли какую-то текстуру невидимую, куда упирается то ли выжившие, то ли маньяки, то ли все, и разработчики пока типа вырубили, пока исправляют. Ну, я понял. Не, ну это нормальный подход. Типа, просто выпилить временно, чтобы, чтобы допилить. Ну, конечно, сказано выпилить, чтобы допилить. Что за этот Сергей Жуков? А, Танос Васкис. Где? А, ты просто персов смотришь? Да. А кто у тебя, кстати, из персов есть? Вот ты же покупал, у тебя же появился Кейт Дэнсон, кто-то еще появился? Да нет, наверное, только она среди этих, если. Сколько у меня всего их 8? Дуайт, Мэг. Сейчас. Клодет. Ну, Дуайт, Мэг, Клодет и Джейк. Это 4 вообще старые. Джейк, пипец. Понятное дело. Нея Уильм. Дэвид Кинг, это, короче, Кейт Дэнс. Собственно, все. Остальное, наверное, было там связано с маньяком, по-моему. У меня 10 персонажей. Кто еще у тебя был? Вот это вот, кого, за кого ты играешь, да? Ну, из тех, кого я покупал, то есть, у кого играю, получается, у меня их было 9. Ну, там, по-моему, 8 персов, в принципе... Подожди, 9, 8... Блин. 6, по-моему, персов всем доступны. 2 у меня типа как бы полу-DLC-шные, но то ли такая версия игры на плойке, которые уже их дают, либо, может быть, уже давно их всем раздают, не знаю. Агентство Строуд. Че он такой агентство? Агентство Строуд. Что это значит? Ну, это какое-то место, куда мы отправляемся. Страшно, да? Мясо. Вообще, Хайденфилд, какое агентство там говорил? Ну, там написано было. Ну, там хрен знает, может, 2 отношения было. Против кого? Против бензопильщика. Судя по всему, это который хил убили. Ну, я слышу звук какие-то. И он где-то рядом со мной вообще. Кать, он меня увидел. Или нет. Не, не увидел, но я побежал, и он, скорее всего, мой. Ну, как следил, он должен сейчас будет мои увидеть. Хотя что-то он не стал за мной супер меня преследовать, не знаю. Я чиню прям внутри здания. В нагло. Если что, буду прыгать. Тут где-то опять тотем. Я не буду прям его пристально искать, но где-то сработал, где-то недалеко. Я просто не стал убирать этот перк. А
у тебя этот дед из Left 4 Dead открыт? Кто? Дед из Left 4 Dead. Который наверное, легенда номер 3 играл. Да нет, наверное. А за что он вообще дается? Не знаю, у меня по умолчанию было. Проебал. Блять, я в тупик забежал. Я чинил доме, а пришел у меня. А, это въебал. То, где меня ёбнули, да? Это пильщица, которая была баба. Вот здесь тоже, кстати, баба пильщица. Ну, из пилы, которая. Ну это. Свинья? Со свиным, да, который. Мало есть свинья. Разве прям? Да. Это что за... А, это у тебя там такие крики? У меня он, да. Я тотем вижу. Я вижу рядом с тотемом. Повесь не зря. Ага. А эти где там вообще, кстати? Но они, блин, он рядом со мной, это я вижу, ты сидишь, тянешь, они где-то бегут, короче, обходным путем, но они, по сути, как будто не ко мне, а к тебе бегут. Что-то они как бы не приближаются ко мне, а наоборот отдаляются. Я бы рекомендовал тебе выдвигаться, а то я сейчас на третью стадию выйду. Точнее, на вторую, но... В мою сторону он упирался. Там, блядь, здесь где-то. Не факт, да, что ты уже успеешь. Будет. Вы меня продали. Ты не успеваешь. Бежит, сука. Вы все меня продали. Не побегу, тотем. Буду ломать тотем и тут же подохну. Даже убегать не буду. Да и тотем даже добить, да? Прощайте. Все, типа? Да? Не знаю, я просто... Не осталось желания играть после того, как меня продали на третьей стадии. Не, ну я, например, херу знает. И... О, блядь, он там сверху прыгает. Я просто думал... В минус каплю сыграл. Вот сюда, блядь, бежал. Я нёс. Ну чё, займись. А, нет, забили его, походу. Так, раз, два, три. Которая наверху был хорошо починен, если она его не пинала. Ну, блядь. Кто-то оттуда выпрыгнет. Ну, то есть он оттуда выпрыгивает периодически. Значит, надо на дальний пойти. Я пойду. Ой. Ой, нахуй. А, нет, не нахуй. Сходи в доме добей. Ну да, он тут это. Ну хотя он уже откатился. Был он вообще процентов 80-90. Что катится дальше? Ну здорово. Прошла, бля. А может и не так же играет, как мы начинали. О, здрасте.
Вот. Да. 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 Ага. Вот это ты профессионал. Он тебе вернется, я уверен. Я думаю, да? Ну, давай. И тут? Вот он ёбнулся. Если он будет подниматься по лестнице, пока сейчас будет по лестнице, ты, наоборот, сам спрыгнешь, чтобы он тебе сейчас типа, прыгай вниз, чтобы он тебя сейчас опять потерял. Вот, чтобы ему время нужно было. Ну, хотя, с другой стороны, он в яму прыгнет, ладно. Ох, дайте вон сзади идут. Будь здорово. Чё? Ага. Сначала крюк на этом. Дочинивайте, блин. Да, он к ним вернулся опять. Угу. О, бля. Спасибо. Подлюка, блядь. Давай. Так и будем, блядь, друг друга нахуй тут снимать, блядь. Ну чё, блядь, с почином, ебать, сраку. Нихуя ты, блядь, дерзкий, нахуй. Мошка, нахуй. Пизда. Ну, типичная последняя катка. Вот самый крюк. Ну, какой-то такой ублюдок, блядь. Проебал. Не обрати внимания, они тебя даже не пытаются спасать. Ну да. Ну похуй-то. Чё? А они сейчас, блядь, еще спасутся, нахуй. Возьмут, да? Ну, вдвоем вряд ли они уже не починятся. А один еще сбежать может. Ну чё там? Смотришь за ними? М? М? Смотришь за ними? Нет. А ты? Пока смотрю. Давай я к тебе туда цепануть. Зачем? А, ты имеешь в виду стрим, что ли? Да. Одно он повесил, вторая рядом. Все будет. Они даже друг друга не спасают. Короче, все печально. Ну и все, одна висит, вторая тоже уже уронили. Ой, блин, что-то громко.
короче. Это была самая контрольная хорошая. Это был самый была картон. Самая контрольная хорошая. Это был самый картон. Ну это как бы просто проблема со связью немного, наверное. Либо этот глухой, блядь. Что более вероятно. Так, ну все, наверное, давай тогда. Давай, до свидания. До свидания. Так.